Елизавета Тычкова неоднократно была соведущей программы «Моя планета» на нашем канале. И, казалось, девочка уже тогда определилась со своей будущей профессией. Прошли годы, но Лиза не изменила своему выбору и сейчас по-прежнему хочет связать жизнь с творчеством. Я задумываюсь о том, чтобы стать журналистом в будущем, и я безумно рада, что смогла поучаствовать, получить такой неоценимый опыт на вашем канале. Наверное, я бы уже не смогла перестроиться, перейти в другую школу, в другой коллектив, потому что все эти люди стали мне действительно родные, что одноклассники, что учителя, и я безумно рада, что попала именно в эту школу. На выпускном вечере Лиза выступила в привычной для себя роли ведущей. В том, что у этой юной девушки все получится, сомнений нет. Она окончила 9 класс с отличием. Помимо Лизы, документ «Красный диплом» получили еще 19 учащихся Одинцовской лингвистической гимназии. В торжественный день благодарственными дипломами были награждены и классные руководители выпускников. Их вклад в становление каждого ученика сложно переоценить. За то, что у нас гимназисты, наши выпускники, получают прочные и крепкие знания. За то, что вы поддерживали их на протяжении всей школьной жизни, на протяжении трудной государственной итоговой аттестации. И за то, что вы любите. После официальной части выпускного – концерт. Ученики в знак благодарности за проведенные в стенах гимназии годы подготовили для учителей и гостей праздника творческие номера. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».